Приветствую всех домашних мастеров и любителей инструментов. В этом видео мы посмотрим цену на электрическую машинку для снятия старой шпаклевки 220 вольт, 1100 ватт в магазине Алиэкспресс. Заходим на сайт «Поиск ручных электроинструментов» по ссылке под видео. Вот эта ссылочка, кнопка так и называется «Посмотреть цену». Нажимаем. Цены актуальны 22 декабря 2018 года. И вот этот такой интересный инструмент, и цена у него интересная, $225.51 и до $404.11. Вот такой разброс цены. И комплектация идет разная. Три комплектации получается. Значит, первая комплектация только машинка, я вижу, $225.51. Вторая — что-то такое, такая же машинка, но видно, что-то лучше. Определить не могу, потому что такой инструмент вижу также впервые. $347.71. И вот это еще третья комплектация. Здесь уже с какими-то приспособлениями, может там пыль отсасывать, что-то еще. И стоит $404.11. Интересно, вот в Россию доставка бесплатная. Бесплатная, ну посмотрим. Сейчас в Украину, туда, наверное, не доставляют. Не, есть бесплатная доставка также. Теперь Беларусь. Так, бесплатная доставка есть и в Беларусь. То есть для маляров, я думаю, да? Да и вообще для... кто работает там со... Так, Казахстан, еще раз проверим. Оно бесплатное, да. Вот такой инструмент, я думаю, как мы там приспосабливаемся, делаем с болгарок что-то, какие-то пылесосы подключаем. Ну, для профессионалов, я думаю, только этот инструмент. Нам, домашним мастерам, он как бы и... Ну, это мое субъективное мнение, у каждого свое мнение. Так что тут я свое мнение высказываю. Я бы такой себе не покупал. А там, смотрите, вы были на канале «Поиск ручных электроинструментов». И это действительно удобный шопинг для всех домашних мастеров и любителей инструментов. И также женщин.